Бренда Twinset тут у нас 40% акционеритет сейчас дает магазин для клиентов, но для этого надо выкупить 4 единицы, но с нами вы можете только одну выкупить. Я хочу вам взять обзор стеллажа в оттенке хаки. Здесь, как видите, есть даже принты, очень интересные, такие animal print. Сейчас дойдем, я уже схватила брючки, хочу вам показать. Очень крутая модель именно на лето, потому что они легкие, с такой натуральной ткани, расклешенные и внизу дополнены очень красивым кружевом. Вот, и к ним как раз висит вместе такой топ-круше, очень крутая модель, и вообще круше рекомендую взять на лето, потому что это такая необычная текстура, летом смотрится очень интересно. Дальше мне тут очень приглянулся такой костюм, ткань, по всей видимости, лен, двубортный, очень крутой, такой расслабленный релакс-вариант на каждый день, кэжуальный. Вроде бы должны быть брючки к этой красоте, не здесь еще лучше, здесь шортики на высокой посадке, да, это шортики с пояском, очень красивая модель, цвет хаки, посмотрите, какая красота, тоже натуральный материал. Этого материала я еще тут нашла, комбезик, смотрите, вот такая расклешенная моделька, широкая штанина на бретельках. Бретельки, кстати, регулируются, это очень хорошо. И моделька идет на пуговицах. Вот, такая комбинация тоже может быть. Жакет плюс комбинезон, отлично, мне кажется. Так, смотрите, переходим к платью. Переходим к принтам. Это Animal Print, шикарное сочетание оттенков, полупрозрачный материал. И здесь внутри идет вставка такая, платье на тонких бретельках, поэтому выбирайте себе побыстрее, потому что сейчас уже все видите, разберут. Длина макси, юбка тоже макси, сбоку на молнии, тоже animal print, легкая ткань, сбоку разрезик, можно тоже сочетать с этим топом круше, очень классная комбинация получится на лето. Можно сюда добавить какой-то каблучок, ну или, например, кедики. Тоже будет интересно. Обычная базовая блуза белая. Вот, классная летящая ткань. Кстати, слегка прозрачный материал. Очень круто смотрится. Есть также сарафанчик на длинный рукав. Ой, у него открытая спинка. Очень крутая модель. Выше колена длина будет, думаю. А не, подождите, спинка не открытая. Мне показалось, здесь сзади идет завязочка. А вот, рукавчик на резинке. Брюки сзади на резинке. И они такая идет модель расклешенная с защипами сверху, бежевые, такие приятный молочный оттеночек. Тоже классный вариант на лето, можно даже в комбинации с пиджачком. Посмотрите, здесь целая капсула может получиться. Вот берем этот пиджак, эти брюки, а можно дополнить какой-то блузой, например, взять такую майку. Ну или очень круто сюда подойдет тоже этот топ. И все вместе будет вообще огонь. Вот уже столько образом. К этим брючкам, кстати, тоже блуза топ. Интересно будет смотреться, тоже в этом принте. Animal print, полупрозрачный материал. Под низом тоже есть на тонких бретельках маечка. Она не пришита. К брючкам есть также пиджачок, тоже молочный. Это тонкая ткань, она не костюмная. Как раз такой легкий вариант. Обратите внимание на лацканы. Есть еще блуза с такого легкого летящего материала, тоже с принтом. Есть такой край необработанный, и сзади есть лого. Длинный рукавчик на резиночке, и под низом тоже вставка идет. Такая подкладочка цвета хаки. Ну и классный летний катоновый сарафанчик на резиночке, ой, на тонких бретельках, очень красивый. Такой я снимала для вас голубой, а это идет такой молочный цвет мороженки, пломбирчик. Очень классно смотрится летом, будет вообще огонь под ваши образы, вообще на каждый день. Советую на минус 40 приобрести.